такой практический доклад, Ну, на самом деле Валерий кайчу очень много всего практического рассказал. Я думаю, что все практическое. Я представляю компанию Infotex. Мы помоложе, нам еще нет 30 лет, нам это только предстоит. Вот. Мы производим продукты под торговой маркой VIPnet. Ну и вот тема доклада – это криптографические средства для вас, для представителей финансовой сферы, банков и так далее. На сегодняшний момент у нас более 50 продуктов в портфеле. Технологии, которыми мы занимаемся, технологии построения VPN, это фильтрация трафика, просто криптография, обнаружение вторжений, поведенческий анализ и так далее. Обо всем этом, если вам будет интересно, вы можете узнать на нашем сайте зайти посмотреть и найти то что вас интересует если коротко используя вот этот вот набор он позволяет создать вам полностью защищенную экосистему экосистему любого ну предприятия да предприятия здесь и финансы и медицина именно industrial да то есть промышленность и так далее там, нефть газ все, да, у нас в этом смысле действительно есть достаточно много продуктов, нацеленных для решения различных задач в современном мире. Ну и, соответственно, мы обеспечиваем доверие, да, и так далее, и так далее. А, значит, но возвращаясь к теме, к теме доклада э, защиты каналов связи, э, на сегодняшний момент я вот просто сравнил, что в спортивном плавании, в э, олимпийском зачете участвует всего четыре вида. Бутерфляй, кроль на груди, брас и кроль на спине. И когда ну, вот готовился, да, у нас получилось, что мы как э, производитель средств защиты информации э, когда мы защищаем канал и предлагаем свои средства, у нас как раз получается четыре вида. Ну, я их так попробовал сравнить. В общем, там, как бы, как кроль, кроль э, на спине и так далее, и так далее. Значит, первый вид L3 VPN, всем, наверное, вам знакомый, это, ну, самый такой яркий представитель, это IPsec. Да, в принципе, все в этом, как минимум, PCI DSS, когда соответствуете, у вас, соответственно, строится IPsec. Ну, в общем, все тривиально. Очень удобный вариант организации защиты каналов, потому что позволяет одновременно строить такие варианты, как сеть-сеть и клиент-сеть. Соответственно, вы тем самым защищаете весь ваш, всю вашу инфраструктуру, распределенные офисы, можно офисы объединить. Защита, соответственно, передаваемых данных по открытым каналам связи происходит. Если использовать наше решение совместно с клиентскими решениями, то еще у вас получается и защита внутри, потому что наше решение позволяет вам строить VPN внутри локальной вычислительной сети. Один клиент, VPN-клиент, может обращаться к другому VPN-клиенту внутри LVS, не используя криптошлюзы, установленные на границе. Ну, для этого мы предлагаем достаточно большой спектр именно продуктов. Они есть программные, есть программно-аппаратные. Называются они, в общем словом, координатор. Если вас интересует CS3, то это, соответственно, VPN-координатор HW. Вот она линеечка, 5 исполнений, HW50, 100, 1000, 2000, 5000. И здесь приведена информация о производительности, скорость шифрования трафика. Приведены сертификаты, да, как вы видите, там FSB и FSTEC. То есть это одновременно как средство криптографической защиты информации, средство построения VPN-каналов, еще и межсетевой экран, сертифицированный в FSTEC на соответствии с современным требованиям, сейчас действующим 2016 года межсетевой экран типа А 4 класса. А, ну, как вы видите, производительность от 55 мегабит до 5,5 гигабит одним устройством. Значит, особенность 5,5 гигабит и 2,7 гигабита в том, что это может быть как много сессий, то есть это, грубо говоря, удаленное подключение там, 100, 100 тысяч, там, может быть 10 тысяч удаленных клиентов подключает, то есть совокупная производительность, да, совокупная пропускная способность одного устройства выражается вот в этих цифрах, либо это может быть одна сессия, один поток. То есть дата-центр из ЦОДа в резервный ЦОД мы перекачиваем базу, базу мы там перекачиваем, синхронизируем в одну сессию. Будет ровно такая же скорость в зависимости от модели. Там 900 мегабит, 2,7 гигабит, 5,5 гигабит. В зависимости отсутствует ну, всего одним патент, патентом мы это покрыли. Вот, но реально технология запатентована. Значит, есть теперь вариант L2 VPN, да, когда мы уже с уровня IP спускаемся чуть ниже, у нас там появляется Ethernet и так далее. Здесь тоже у нас решение. Значит, первое решение это используя те же самые продукты, которые, вот я только что показал, юпнет-координатор HW. У них есть такой, я бы сказал, это псевдо L2. Значит, это перехват L2 трафика, упаковка его в IP. А потом классическая организация L3 VPN вот здесь приведен, значит, приведены результаты, чего мы достигаем. Значит, если на, перед криптошлюзами ставить какое-то агрегирующее устройство, которое будет весить трафик, в виде L2 распределять на группу устройств, то мы, собственно говоря, получаем вот таких вот результатов. Для размера пакетов здесь приведены цифры. Соответственно, пропускная способность достигает для Jumbo фреймов 9 гигабит. То есть вот то устройство, которое буквально два слайда назад было и для классического MTU 1500, она показывает 5,5. Если MTU повышаем 8,9, переводим его в режим перехвата Ethernet кадров, мы получаем скорость уже 9,3 гигабита в секунду. Функция не лицензируемая. То есть одно устройство купили, можете сделать L3, либо псевдо L2. Вот. Но это еще не все. Есть у нас еще и решение, аппаратное решение, которое делает настоящий L2. А, ну, вы можете сразу увидеть, да, что это настоящая L2, потому что задержка здесь не 100 миллисекунд, как это классически существует в литерарных решениях, а 3,5 микросекунды. 3,5 микросекунды, задержка – это измеряемая задержка, точка генерации трафика, кадр передается криптошлюзу, криптошлюз его шифрует, передает дальше по каналу связи. Второй крип... криптошлюз – это кадр зашифрованный получает, расшифровывает, отдает принимающей стороне. На принимающей стороне мы останавливаем секундомер. Время 3,5 микросекунды. И вторая особенность такого L2 шифратора, предназначенного именно для шифрования Ethernet трафика и более ничего, она заключается в том, что так, сейчас указочка, не, практически нет зависимости от размера типа пакета. То есть неважно, у вас кадр будет маленький да, 78 байт, либо кадр у вас максимального размера ну, классического 1500, скорость практически сопоставимая. Если вернуться к решениям L3, то мы все прекрасно знаем, что для трафика, где размер, кадра не больш... размер пакета небольшой, 64 байта, те скорости, которые декларируются, скажем, там 5,5 ,5 гигабит, да, у нас они существенно ниже, действительно ниже, они на порядке ниже, там, в 5-10 раз ниже. Да, то есть есть существенная деградация. Здесь это явление практически отсутствует. То есть вы видите 7 гигабит для э, небольших кадров, да, для маленьких, и 1500 это уже 9,7 гигабит, практически ровная такая полочка. Вторая особенность, вот решение именно L2, но, соответственно, благодаря такому вот стилю butterfly, да, то есть мощному грибку, возможности очень быстро плыть, вы теряете в гибкости, то есть это решение можно ставить только на периметре и защищать канал между двумя офисами. Больше вы не можете ничего добиться. Да? Вы клиентские точки подключать не можете. Потому что если кли... Ну, можете только как. Если около каждого рабочего компьютера вы будете ставить ровно еще такое же устройство. Ну, то есть это недорого. Это очень дорого. Да? Поэтому L3 обладает хорошей гибкостью, достаточно высокой производительностью. Это решение очень эффективно для защиты каких-то каналов связи, сот-сот, скажем, резервных каналов связи, да, где вам нужно именно инфраструктуру быстро перекачивать. Там, миграция, например, виртуальных машин происходит, базы данных быстро переезжают да, в случае какого-то там наступления disaster recovery и так далее. Далее, L1 VPN. Ну, вот это практически парадоксально, но тем не менее. У нас есть решение. Называется оно Квазар. Оно поддерживает оптические каналы. Включайте оптический канал, и все. И вот OTN форматы OTU2. 10 гигабит мы шифруем. Вот, пожалуйста, вам решение. То есть те, кто знает, что есть, у кого есть черная оптика, и вот нужно, собственно говоря, оптику закрыть, да, пожалуйста, берете это решение. Точно так же низкие задержки, отсутствие потерь и отсутствие какой-либо снижения производительности, поскольку не зависит уже от размера кадра. Но, опять же, да, применение, широта применения, она еще меньше. То есть только там, где у вас оптика, вот прямая оптика, темная, ну, не знаю, вы там взяли, в аренду, вы свою проложили, вам ее нужно защитить. Пожалуйста, используйте это решение. Вот оно существует в 1U. Есть варианты, когда это решение стыкируется, соответственно, производительность там повышается. То есть можно брать решения, которые, ну, там несколько устройств брать, которые, соответственно, суммарно будут вам увеличивать производительность 20, 30 и так далее гигабит. Есть для этого шасси, которые будут агрегировать, ну, то есть принимать одну, один ваш канал там 40 гигабит и э, в этом шасси будет э, этот поток раздаваться на эти э, устройства. Они будут шифровать, расшифровывать UTN формата utf 2 также решение сертифицировано по классу CS3, и в этом году вот в этом э, классе продуктов Квазар мы представляем решение, которое поддерживает помимо э, на входе там, Ethernet, да, скажем, еще и Fiber Channel. Соответственно, очень удобно, если у вас SHD, да, дальше оптика, точно так же между SHD и оптикой включаете это устройство, получаете защиту э, передаваемых данных. Ну, это вот типовые схемы использования вот этого вот решения, да, которое позволяет вам защищать оптику. Ну, тут такие термины, это те, кто там близок к оптике, всякие мукспондеры, транспондеры, вот это прям, вот это для вас все. Более детально можно, соответственно, найти на сайте и ну, там, связаться с нами, соответственно, выяснить, как все это решение работает, как его использовать. Последний вариант L4VPN. Соответственно, для L4 VPN, но ну, это более-менее всем известный и понятный SSL VPN, да, и там одна из его реализаций HTTPS. Соответственно, мы предлагаем наш продукт. Он называется VIPNET TLS-Gateway. Это решение, которое строит канал TLS между клиентом TLS и э, вашей инфраструктурой. Ну, особенность она видна, да, то есть мы реализуем ГАСТовые алгоритмы для построения SSL VPN. Ну, класси не классические, а зарубежные, там, AS, да, и так далее, они реализуются в любой операционной системе, в Windows, в Linux, используете там браузеры Edge, Internet Explorer и так далее, да, но ГАСТа там нет. Вот, собственно говоря. Ну и на приемной стороне там у каждого из вас, наверное, все-таки такие схемы реализованы. Стоит какое-то устройство. Там, джуниперы делают и многие-многие. Вот, собственно говоря, это аналог такого же устройства. Все достаточно ну, легко и понятно. У вас есть удостоверяющий центр, вы выпускаете сертификаты. Соответственно, используются эти сертификаты криптошлюзом и клиентами, коими могут являться веб-браузеры, для того, чтобы установить защищенный канал уровня L4, построить TLS-канал, но используя российскую криптографию. Можно использовать разные схемы аутентификации, то есть это может быть только однофакторная аутентификация, соответственно, удостоверяется только сторона серверная, TLS-шлюз предоставляет свой сертификат по Ссылочка можно сходить на список отозванных, точку публикации отозванных сертификатов, проверить его валидность, да, то, что он действует, не отозван там, и так далее, и так далее. На клиентской части, клиентская часть не аутентифицируется, но, собственно говоря, там должна появиться российская криптография. Для этого у нас есть либо бесплатно скачиваемый веб-нет CSP, с нашего сайта скачивайте, он просит просто зарегистрироваться, любой адрес электронной почты указываете, вам на этот адрес приведет код активации, все, и вы его используете. Ну, кстати, сертифицирован вот, ну, прям вот в таком режиме. Это единственная КЗИ в Российской Федерации, сертифицированная и разрешенная к распространению по каналам интернет. С нашего сайта можно скачивать. Но это только КС-1. Вот, соответственно, ну, КС-2 там усиливается уже вот все то, о чем Валерий Кач рассказывал. Да? То есть это доверенная загрузка и так далее. И в силу того, что мы ПО производим, нужно вот аккорды ни, без них никуда. Конфигурироваться надо. Ну, ну это надо, да, обсудить. <laughs> надо обсудить. Значит, вот схема да, достаточно тривиальная. У вас есть инфраструктура ваших веб-ресурсов, доступ к которым вы хотите предоставлять в рамках HTTPS. На рабочей станции устанавливается какое-то программное обеспечение, которое реализует алгоритм ГОСТ. Ну, вот я уже сказал, VIPNET CSP да, бесплатный. Для Windows, Linux он существует бесплатный. Ставится TLS Gateway между ресурсами. И, собственно говоря, строится Защищенный канал. Если вам нужно ваши клиентские точки аутентифицировать, вы для них всех выпускаете сертификаты. Происходит двухсторонняя аутентификация тоже, собственно говоря, с использованием российских алгоритмов. Здесь проведены цифры по производительности, количество одновременно подключаемых обслуживаемых соединений и пропускная способность. Ну, видите, есть виртуализованные устройства, аппаратные 300, 750 и 3 гигабита это скорость именно Пропускная э, скорость шифрования HTTPS. Но благодаря вот этому L4 VPN или с использованием этого L4 VPN можно реализовывать не только веб-доступ, а можно также обеспечить проброс любого TCP трафика, сворачивать его, собственно говоря, в туннель. Вот. Здесь есть особенность для реализации вот такого вида э, VPN, для того, чтобы э, с клиентской стороны какой-то... TCP-трафик попадал в TLS-туннель и дальше попадал в вашу инфраструктуру, нужно использовать софт. Вот он платный. Здесь указано VIP.NET PKI клиент, там, начиная с версии 1.3. Ну и, собственно говоря, вы можете использовать свой собственный стилизованный под вас портал, да, то есть ваши клиенты могут заходить уже сразу в рамках https сессии на ваш портал и проваливаться к тем ресурсам, доступ к которым вы им предоставляете через страничку пользовательскую, там, логотип свои ставите и так далее, и так далее, да, то есть это все, ну, достаточно тривиально либо, соответственно, вот есть возможность прозрачного бесшовного режима подключения непосредственно по адресам, то есть люди просто вбивают адрес какой-то, и если этот адрес это предоставление доступа через HTTPS, но с гостом, если на клиентской точке установлены компонент, реализующий гостовую криптографию, то, собственно говоря, автоматически браузер выберет правильные алгоритмы, то есть он увидит, да, что тут нужно использовать там не AS, а ГОСТ, он их подберет и, собственно говоря, решение заработает. Это можно попробовать. Здесь вы видите ссылочку gos2.infotex.ru. То есть если вы скачаете бесплатный криптопровайдер, выпустите себе сертификат, да, тоже в доступных для тестов удостоверяющих вот, центрах и у нас тоже, и можете проверить. То есть у вас будет доступ к нашему сайту через АЭС, да, с RSH там, сертификатами, либо, собственно говоря, через Гастовый, то и то возможно. И последняя опция, которая существует в этом виде SL VPN, это интеграция с Web Application Firewall, но он называется Positive Technologies, Technologies Application Firewall, то есть в состав нашего продукта, ипнет TLS 1000, входит еще и Web Application Firewall. Ну, наверное, знаете, да, то есть это устройство, которое, ну, или продукт, который предназначен для защиты веб-серверов от атак. Собственно говоря, мы сделали, ну, совместно, да, две компании сделали такое комбинированное решение. То есть внутри нашего WebNet TLS шлюза есть еще компоненты, которые умеют защищать веб-сервера от специализированных на них атак. Здесь просто видно на скриншотике, что, собственно, интерфейс, он как бы унифицированный. На этом все. Спасибо большое за внимание.